Так, ну вот я, как в принципе и хотел, сделал еще один механизм для хапуги, только уже со сменными пружинами, ну, чтобы их можно было менять, снимать. Там они были залиты в свинец, а здесь вот они по отдельности. Можно любую пружину, когда она или лопнула, или просела, заменить. Вот такая болванка, это болт обрезанный, просверленные в ней отверстия, получается 8 отверстий, и посередине еще одно с нарезанной резьбой. Ну, это в дальнейшем я немножко не доделал. Так вот будет закручиваться болт, только он уже будет расплескан и просверленный. Это для центральной стропы, чтобы держала и сами косынки. По-другому немножко сделал дуги с кольцами. Расплескал, просверлил отверстие. С этой стороны так же само, только побольше, шестерка отверстия. В отверстие еще засунута ручка, и она расплавленная. Так вот, я не знаю, будет видно. Это когда стропа будет проходить, чтобы она не терлась об железо. Так, что еще? Такое вот кольцо, которое будет заводиться полностью по всем пружинам, на все дуги. И в конце будет, сначала хотел его прихватить сваркой, а потом думаю, здесь и кембрика хватит. Вот на крайний случай еще сверху изолентой намотаю. Ладно, сейчас покажу, как она собирается. Будет сама сборка. Хапуги. Так. Вставляем пружину. Даже вставляем дугу. Ну и заводим кольцо. Кольцо через пружину проходит и через саму дугу. Вот так вот. Все, прокручиваем дальше, вставляем следующую пружину, следующую дугу, вставляем пружину, вставили,
принципе, вот, завел четвертую. Все. Вот здесь вот. Так. Вот так вот. Все. Тут и получился вот такой зазорчик. Вот. Сейчас выровняю его. И можно надеть кембрик. Так, ну вот. Кембрик одел на одну сторону, сейчас на вторую, и все. То ли так оставлю, то ли еще можно будет сверху изолентой перемотать. И в принципе она уже никуда не раздвинется. Проволока сама по себе, она жесткая. Не знаю. Ну, попробую пока месть так. Если будет расходиться, ну, прихвачу сваркой. Ну, вот они, получается, кольцо держит их в отверстиях, в этих. И никуда дуги не деваются, не отходят, ни пружина, ничего. Вот, все. Такая вот хапушка получилась. Ну, как бы, ничего не полностью хапуга, сам механизм. Вот эти вот дуги с пружинами, может, еще изолентой обмотаю. Ну, как-то так. Дальше не знаю, сниму продолжение, может, когда полностью сделаю. Сюда планирую сеть побольше, 45-ку полтинник, ячей. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, пока.